Вы когда-нибудь задумывались, зачем мы живем? Мы рождаемся в этом мире с пустыми руками. Нет в них ничего и не будет после. Уходим мы в мир иной так же, как пришли, с пустыми руками. Не забрать нам ничего с собой. Человечество живет в маленьком мирке. Это маленькая жемчужина, затерянная в бескрайних просторах Вселенной. Исчезнем мы, и никто не узнает, кто мы были и что здесь делали. Время все перемалывает в своих жерновах. Это самый дорогой ресурс во Вселенной. Люди, находясь в своей колыбели, а планета Земля и есть та самая колыбель человечества, умудряются и здесь нагадить. Мы уничтожаем свой дом, превращая планету в одну огромную безжизненную мусорную свалку. Кроме того, люди с превеликим удовольствием уничтожают себе подобных, не жалея живота своего. Мы находим кучу поводов и оправданий этому, но на самом деле от этого суть не меняется. В угоду своим амбициям и самолюбию мы истощаем планету, выкачивая все, что можно из ее недр. Оправдываясь технологической необходимостью, одним словом, цивилизация идиотов. Ждем, когда прилетят инопланетяне и нам помогут. Не ждите и не надейтесь на это. Много ли вы сами помогали тараканам, которые живут в вашей кухне, в их цивилизационном развитии, а? Вселенная полна разнообразных ресурсов, но мы в меру своего тупикового развития целенаправленно уничтожаем свой мир. В этом мире и на этой планете мы всего лишь временные гости. Так почему же тогда мы ведем себя так нагло? Не думаете, что хозяину этого мира наше поведение в его доме может не понравиться? Уверен, вы понимаете, что тогда он сделает с вами. Примерно то же сделает, что и вы, если ваши гости начнут уничтожать и убивать друг друга в вашем доме. Люди, одумайтесь! Пора объединиться в одну единственную нацию, в один единый народ, прекратить уничтожать наш общий дом, перестать убивать друг друга. Давайте наведем порядок, наконец, в нашем общем доме. Лучше все силы планеты направить на изучение космоса. Поверьте, ресурсов и места там на всех хватит. Одумайтесь, пока не стало слишком поздно.